Я не могу назвать сегодня достаточно глубоких картин, но я вот посмотрел вот этот фильм и считаю, что он действительно глубокий. Это такое, может быть, авторское кино, потому что есть собственный взгляд автора на жизнь, на происходящее. И это очень здорово, это очень ценно, потому что в противном случае ничто не ценно, если у человека нет своего мнения. Этот фильм говорит о том, что у человека есть свое мнение, и Амина, мне кажется, наилучшим образом смогла заявить о том, что у нее есть свое мнение, и она его озвучивала на протяжении всего фильма. И, конечно, фильм получился очень социальным, потому что для никого не для секрет, что существует столкновение личности, существует столкновение в религиозном плане, существует столкновение в социальном плане и в общении с людьми. И для всевозможного показа и демонстрации всего этого, конечно, Амина смогла показать эту сторону человеческой жизни, потому что на протяжении всех веков, на протяжении всех столетий, пока существовало человечество, столкновение было неизбежно. И сегодня я лично на экране увидел это столкновение. Столкновение не только, может быть, в религиозном плане, как в широком таком масштабе, но в первую очередь в социальном плане. И меня поразило, я признаю, до глубины души, до глубины слез, то, как главная актриса выдержала все это, такой вот наплыв страстей, эмоций. И сегодня люди должны быть толерантны, потому что мы вступили в новую эпоху, в новую эру 21 века, когда действительно каждый человек должен быть толерантен и относиться к другому человеку с доверием и без всяких предупреждений, быть искренним и, самое главное, ценить культуру других людей и понимать, что твоя культура тоже будет ценна, и развивать самого себя. Ибо когда человек развивает самого себя, он начинает понимать и культуру других людей, ценности другого народа. Это очень важно, потому что в этом фильме именно затронуты вот эти вот темы малого народа. И Амина смогла привнести нечто свое личное в концепцию народности и вообще в концепцию некого смысла жизни. Поэтому я хочу сказать, что я потрясен до глубины души. Я желаю Амине, желаю ей больших высот.